Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые взрослые. Сегодня, ребята, я вас поздравляю. Здоровья и счастья я всем вам желаю. На праздники наши играйте, пляшите и в новом году поскорее растите. Ребята, а ну-ка, кто скажет, какой зверь у нас в гостях сегодня? Кто это? Как? Ирбис, снежный барс. Правильно, ребята, меня зовут Ирбис или снежный барс. Пришел к вам с высоких гор вершина Алтая. А кто скажет, с каких гор пришел наш Ирбис? Как называются эти горы, где обитает Ирбис? Ребята, знаете, какая самая большая гора в республике Алтай? На Белухе обитает. Молодец. Молодец. А еще? Какие горы у нас есть? А можно я подскажу, Ирбис? Давай, Снегурочка. Еще нас наш Ирбис обитает на горах, на хребте Чихачева, а также на горах с границы с Китаем и с Монголией. Запомнили? Запоминайте, ребята. Так. А скажите, ребята, в каких заповедниках и охраняемых зонах живет, обитает наш Ирбис? Какие вы заповедники знаете? Вспоминайте. Вспоминайте, родители, помогаем. Какие у нас есть заповедники? Ну, давай я расскажу, Ирбис. Наш барс снежный обитает в Алтайском заповеднике, в Катунском биосферном заповеднике, а также в Саирюгемском. Запомнили? Молодцы! Молодцы, ребята! Такими умными, ребята, вам охота подарить что-то действительно прекрасное и веселое. Ирбис, а давай мы нашим ребятам подарим песенку новогоднюю. Давай. Дорогие друзья, для вас поет Ирыс Акчин. Ребята, мы все поддерживаем, танцуем хмурыми аплодисментами. Родители, помогаем тоже. Я не верю.
дорожку к нам. Ребята, такое возможно, чтобы Дедушка Мороз забил, забыл дорожку к вам? Наверное, замерз. А давайте, что мы сделаем? Как Дедушка Мороз сделать так, чтобы он там пришел? Что нужно сделать? Давайте дружно позовем Дедушку Мороза. Ребята, давайте дружно, дружно. Кричи, давайте. И... Дед Мороз! Дед Мороз! Идет Дедушка Мороз! Идет Дедушка! Ну, здравствуйте, мои друзья! С Новым годом! Вот и я кое-как до вас добрался. Пусть немного задержался. Был у вас я год назад. Помню этих я ребят. Мам и пап я тоже помню. Пусть звенит повсюду смех. С Новым годом! Всех, всех, всех! Здравствуйте, дети и их родители! Здравствуй, дедушка! Здравствуй, внучка Снегурочка! Здравствуй, здравствуй, мой друг Ирбис! Здравствуй, Дедушка Мороз! Дедушка Мороз, мы тебя очень-очень ждали! Мы готовы петь, плясать и веселиться! А еще, Дедушка Мороз, пока мы тебя здесь ждали, мы научились стихи разгадывать! Ну что ж, стихи рассказывать, это молодцы! Еще и загадки, наверное, отгадывать умеете, ребята! Давайте проверим! Там, у леса, на пушке громко квакают... Молодцы. Молодцы! Дед Мороз мешок большой тащит за своей спиной. Созывает он народ на веселый... Молодцы, ребята! Ну что ж, я думаю, пора и песню спеть. Конечно! Добрых. Какой Новый год без хоровода? Встаем хоровод вокруг. Давай, нашей ребята, красавицы елочки. Все песни нашей елочки. Поем все песни дружно. Остановились, ребятки, потанцевали немного. Потанцевали, подвигались, порезвились. Вокруг себя покружились в одну сторону, в другую сторону. Подпрыгнули три раза. Взялись за ручки и идем в другую сторону. Несет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку, самый корешок. Срубил он нашу елочку. Самый корешок. Теперь она нарядная, к нам праздник нам пришла. Много много радости детишка принесла. Много много радости детишка принесла.
молодцы, ребята. Спели песню нашей лесной красавицы. Ей и веселее, и теплее стало от этого. Дедушка Мороз, а давай мы с ребятами поиграем. Для того, чтобы забираться на высокие вершины гор, я очень много тренируюсь. Ребята, вы будете со мной тренироваться? Давайте, ребята, потренируемся, все дружно. Слушаем правила. Итак, у нас две команды. Команда «Снеговика» и команда «Зайчика». По пять человек. По пять человек, ребята, по пять человек. Остальные еще раз сыграем. Так, давайте, считаем. Раз, два, три, четыре. Два. Еще один человек, давайте. Три. Давайте встаем. Пятый. Потом ты следующий. Еще один. Давайте, дружно, теперь. Раз, два, три. Начали. Итак, итак. Так. Кто сильнее? Силу равны. Упорная борьба, конечно. Молодцы. Давай, давай, давай. Очки равны. Зайчик убеждает, кому же зайчик убеждает. Зайчик сильнее, перетягивай. Ну, вот она победа. Ну что, готовы? Команда «Зайчика» и команда «Снеговика» «Зайчик». Назад, внимание! И выиграв, участвовал и песни «Елочки» пел, и хороводы водил. Держите, ребят. С Новым годом. А хорошо вели себя в этом году? А в следующем хорошо себя будет вели? Ну, хорошо. Хорошо. Где наши помощники выстраиваются? Дедушка Мороз! Да, внученька! Ты нам столько много снега нынче подарил! Не без этого! И поэтому мы хотим поиграть в снежки! Готовы, ребята, в снежки играть? Ну, давайте! И идем играть скорее! Вот, малыш! Так, выстраиваемся в две команды! Команда «Ирбиса» и команда «Снегурочки»! Команда «Снегурочка» за меня! Команда «Снегурочки» за меня! Давайте! Кто за мной? Давайте за мной. Колонну встаем. Колонну по одному человеку. Колонну сзади меня вставайте. Егорочка, подходи поближе. Егорочка, подходите поближе сюда к девочке, чтобы все влезли. Привет. Давай. Держи, держи. Держи, дедушки Мороз. А можно камеру убрать? Мы сейчас побежим. Снеговичок, ну-ка правее, левее, маленько, левее. Руку положите, поставьте, пожалуйста. Дайте, давайте, маленько, чуть правее, чуть подальше. Так. Нас, ребята, сильно... Ирбис, Ирбис. Так, ребята, внимательно слушаем правила игры. Наша задача взять снежок. Можно помогать рукой. Донести его до коробки. Зайчику положить в коробку, вернуться назад и передать по факту следующему. Все поняли? Да, молодцы, теперь готовимся. На старт. Внимание. Марш! Бежи, 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 бежи. Левый снежок принесет, давайте, ребята, дружно держимся. Передаем опыт следующему. Давайте следующему опыту передаем, несем прыжки. Сейчас весь снег принесет. Ну, кто пробежал? А кто побежал, подходит к Дедушке Морозу за конфетами. Кто пробежал?
Я чтоб вылезал, идет дедушке Морозу за конфетами. Весь снег сейчас везут, ребятишки. Небось, слеганы еще у нас во дворе. Молодцы, ребята, как круто работают, друг другу помогают. Мы ж еще научились танцевать. Да, ребята, умеем танцевать? Да! Ребята, умеем танцевать. Давайте потанцуем, ставим руку девушке, как работа дружной. Дедушку Морозу порадуем. Вот встаем. Танцуем! Взрослые, помогайте! Мы начинаем сначала вместе мы.
ребята, но умеете вы и петь, и плясать, и играть. Это сразу видно, готовились к приходу от Дедушки Мороза и к встрече Нового года. Не секрет, что Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка приходят с друзьями. И сейчас я хочу предоставить слово депутату Государственного собрания в Курултай Республики Алтай Тулебаеву Оскару Распековичу и председателю управления ТСЖ «Водстрой» Перовой Оксане Борисовне для поздравления и награждения. Давайте первое слово Оксане Борисовне. Дорогие дети, родители, бабушки, дедушки, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, успехов, благополучия, чтобы вы хорошо учились, слушались старших, не обижали младших. И чтобы все у вас было хорошо. С новым 2020 наступающим годом! В нашем дворе уже сложилась такая добрая традиция. Третий год на нашу елочку дети изготавливают своими руками с помощью родителей, бабушек, дедушек елочные игрушки. В этом году у нас 18 участников. Все, ребята, я сейчас вас буду приглашать, а сладкие призы вы получите от Оскара Респековича Тулебаева. Так. Помочь вам? Слушаем внимательно, ребята. Награждается Зильбер Паша. Паша. Давайте похлопаем, похлопаем. Паша. Где Паша. У нас Паша? Где Паша? Где Паша? Нету Паша. Так, Зильбер, Женя. Сыдыкова Асема. Асема, проходи сюда. Скорее, скорее. Похлопаем Асеме, давайте. Похлопаем Асеме. Поздравляем. Суразова Мызылдай. Идет. Похлопаем. Похлопаем, похлопаем. Перов Степа. Степа, бежит, бежит. Беги скорее. Молодец. Спасибо. Антоненко Влада. Влада Антоненко есть? Влада Антоненко. Передадим. Мы знаем, в каких квартирах передадим. Тинина Ксюша. Тинина Алина. Бегут, бегут. Где сестренки? Бегут. И аплодисменты. Давайте попробуем. Поздравляю вас. Лепешкина Ксения, Лепешкина Лиза. А где вы? Бегите скорее за своим подарочком. Нету. Нету? Передадим. Передадим. Енинов Рома, Енинова Инна. Рома Инна. Аплодисменты вам, ребята. Бери, бери сестренка. Сарычев Тимур, Сарычева Маша. Да. Куда убежали? Тимур, были здесь. Так, передадим. Дадышев Карим. Вот он, Карим. Вот он. Аплодисменты Кариму. Молодцы, все игрушки висят на нашей елке. Ребятишки все рассмотрели, игрушки замечательные. Передаю Оксане Борисовне. Да, это все передадим. Ну что ж, ребята, и музыкальный подарок для вас. Арина Архипова, встречайте, танцуют все! Ты посмотри вокруг на мир, он красивый с высоты. Счастье — это мы. Счастье там, счастье тут, счастье в каждом доме ждут. Счастье — это Новый год и земной мечты полет. Счастье там, где есть ты, счастье — это цвет любви. Счастья не хватает нот, если с нами Новый год.
В путь, ведь наших поздравлений ждут много других мальчишек и девчонок. Мы поздравляем вас с Новым годом, с новым счастьем! С Новым годом! До свидания, ребята! До свидания! Счастливо! Сегодня в нашем прекрасном дворе состоялось открытие новогодней елки. К нам в гости приезжал Дед Мороз, Снегурочка, другие сказочные герои. Были конкурсы, игры, веселье, песни. Все закончилось прекрасным, ярким фейерверком. С наступающим вас всем Новым годом. Всего вам хорошего. Всех вам благ, успехов, здоровья и прекрасного новогоднего настроения. Гриша. Мои руки. Пойдем домой. Спасибо.